Здравствуйте, дорогие мои подписчики и случайные зрители моего канала. Сегодня сходила на почту, ветрище страшенное, и получила посылку от Валентины Кашпаренко из Владивостока. Сейчас посмотрим, что она отправила. Ты тоже посмотришь. Да. Так, все. Разрезала. Так. Сразу попадаем на шоколадку с морской капустой. Настоящий темный шоколад. Девчонки, наверное, полезный. Спасибо, Валентина, огромное. Такая шоколадка. С морской капустой, наверное, солененькая. Так. Это что такое? Смотрите, какая-то вакуумная упаковка. Гелиотис и жемчуг. Это что такое? Она мне про это ничего не написала. Сейчас я это открою. Так, девочки, смотрите. Вот такой браслет. Перламутр. Это черная ракушка. Вот этот перламутр от черной ракушки. Красивый, он такой прям сказочный. Смотрите, какой. Очень красивый браслетик. И вот такой жемчуг рис. Один помельче, вот ниточка. Нет, девочки, не помельче. Он одинаковый. Просто здесь покрупнее. Впереди жемчужинки. А сзади они уходят в мелкие. Вот такие две ниточки. Жемчуга. Красивые. Так. Это что такое? Девчонки, смотрите, все в вакуум упаковано. Видимо, чтобы не поцарапалось. Это что такое? Она мне... Что-то я не помню, чтобы она мне про это что-то говорила. Такой перламутр. Колечки. Это, наверное, она сама так упаковывала. Слушайте, это вот она догадалась так упаковать. То есть это уже не гремит, плотненько лежит. Ну, вы представляете, какая умница. Ничего не болтается в посылке. Вот так вот упаковала. И все. Вот посмотрите, еще круглый жемчуг. Вот такой персиковый жемчуг. Сейчас буду все распаковывать. Так, девочки, смотрите, еще одна шоколадка, морской гребешок. Там, наверное, морской гребешок с шоколадом. И печень трески натуральная. Представляете, из Владивостока. И крабы. Валентина, огромное спасибо вам за подарки. С голоду не умру. Смотрите, жемчуг она отправила. Такого персикового цвета. И вот такой черно-синий. Он и не черный, и не синий, а какой-то серо-черно-синий. Даже... Ой-ой-ой, рыбку почуял. Рыбку почуял. Посмотрите. Такие рыженькие ракушечки, колечки. Ну, а браслетик, я не знаю... Зачем его переделывать? Мне кажется, его можно носить. Красивые ракушечки вставлены. Ладно, я с Валентиной поговорю. Валентина, спасибо вам еще раз за подарочки. Вот этот вот с морской капустой. Хочу попробовать шоколад. Сейчас мы будем крабиков пробовать. Смотрите. В мешочке. Первый раз вижу такое. Открываю банку, а там мешочек. А в мешочке крабики. Ну какая прелесть. Кто-то тут мурлыкает. Людечка, тебе тоже хочется, да? Давай туда иди, в уголочек, а я сюда.
Давай. Давай, сюда иди. Давай, сюда иди. Будем пробовать крабиков. Сейчас я тарелочку достану. Ну, прямо крабы. Это вам не крабовые палочки. Вот так мясо краба. Мяско. Лютик с ума сходит. Ну, мой зайка, попробуй крабика. Ням-ням. Чё? Вкусненько пахнет рыбкой. Ням-ням. Я тоже хочу. Сейчас стянет, потому что на столе я ему не разрешаю. Это первый раз. Сейчас утащит это все себе. Ой, так все пошло. Так, а я попробую. Девочки, ну у нас такие консервы, конечно, не продают. Тут прямо вот мясо крабовое. Прямо... Прям протеин. Очень вкусно. Опять пришел. Валентина, спасибо вам огромное. Порадовали. Прям наслаждаюсь. Огромное спасибо. Девочки, печень трески я тоже открыла. Я не съела крабовое мясо, я его в холодильник убрала. Просто хочется посмотреть, что в следующей банке. Я вижу, что она такая жирненькая. Поэтому буду пробовать с хлебом. Два кусочка возьму. А это в холодильник. Сейчас попробуем печень трески. Нет, печень трески я покупала. Крабовое мясо нет. А печень трески я покупала. И вообще, как-то спокойно отношусь к морепродуктам. Очень спокойно отношусь. Но рыбку жареную на гриле я могу поесть. Вот мне нравится в Турции. А печень трески я покупала, наверное, давно. А может, это печень ментая была? Для меня все одно. Сейчас буду пробовать. Хлеб какой-то разваливается быстро. Короче, супчик диетический и печень трески жирненькая с хлебом. Все как мы любим. Какая она нежная, чуть с горчинкой. Ну, прямо, знаете, вот если хлеб намазать маслицем сливочным и наверх эту печень трески положить, наверное, будет вообще классно. Жирненько. Это, наверное, все-таки надо утречком есть, а сейчас вечер уже у нас темно.